Диагон это децентрализованная экосистема, которая предназначена для киберспорта и позволяет людям со всего мира протестировать свои знания и соревнования в играх один на один. Это может быть групповые матчи, онлайн-игры, а именно какие онлайн-игры сейчас очень популярны? CSGO, Fortnite, Apex, LOL, ну и конечно же куда же без Доты. Эта платформа под названием Diagon строит экосистему именно на блокчейне эфириума, который будет проходить через множество стран, таких как Европа, Австралия, Америка, Африка, при этом создавать благоприятную среду для киберспорта. Они собираются сделать что-то инновационное, проводить соревнования именно на основе навыков независимо от посредников, таких как финансовые учреждения или может быть казино, сама же криптовалюта Ethereum позволит им использовать смарт-контракты, которые выполняют бизнес-логику в самом блокчейне Ethereum. Именно эти смарт-контракты смогут быть использованы для быстрой надежной, безопасной обработки результатов и вознаграждения в соревнованиях по киберспорту. И в отличие от существующих платформ, все транзакции в Диагоне будут публично проверяемы, доступными для просмотра, устойчивыми и не подвержены риску институциональной обработки. Сейчас индустрия киберспорта растет действительно огромными темпами, но именно централизованная модель транзакций на традиционных системах, на всех платформах не дает индустрии киберспорта взлететь. И, следовательно, ему необходима платформа, которая сможет быть децентрализованной и устранит узкие места централизованной системы и обещает бесперебойную работу для всех пользователей на борту. Именно это основной фокус проекта Diagon Будет построен на эфириум блокчейн в качестве децентрализованной киберспортивной платформы, которая соединит разные континенты, при этом позволит как энтузиастам киберспорта соревноваться в своих любимых играх через децентрализованную, а также автоматизированную платформу, у которой будет единый интерфейс. Сама же децентрализованная экосистема Diagon позволит всем пользователям активно использовать свои средства и взять их под контроль. Платежи и выплаты будут производиться отдельным игрокам. Они никогда не будут обрабатываться банками или любыми другими сторонними учреждениями. Теперь давайте затронем непосредственно экосистему Диагон, а именно что входит в эту экосистему. Во-первых, туда входит Диарена, где в будущем будет создана платформа Диарена исключительно для киберспортивных мероприятий. Сама же платформа будет в первую очередь предназначена для проведения онлайн и физических турниров. Именно пользователи Диагон смогут использовать турниры и соревнования. На самой платформе Диарена планируется запустить в скором времени Диагон Gaming Lounge. Турниры могут быть соревновательными, матчами между отдельными лицами или командами. Колоссальное значение имеет DiaStream. Это один из крупнейших проектов, который разработан и внедрен в платформу DiaStream для потоковой передачи всех киберспортивных мероприятий, происходящих в экосистеме DiaGON. DiaStream предоставит доступ к просмотру и трансляции киберспорта в прямом эфире в сети DiaGON. Профессиональные высокопоставленные игроки могут монетизировать свои каналы на их платформе для получения дохода. И, конечно же, Diabet. Этот проект позволит делать ставки, которые составляют от 30 до 40 процентов мирового рынка азартных игр. Diabet подойдет любителям киберспорта, и пользователи будут использовать Diacoin для участия в киберспортивных турнирах и мероприятиях, которые будут проводиться в самой экосистеме Diagon. И последний, друзья, это Diaconnect. Из себя она будет представлять децентрализованную социальную сеть для киберспорта и она позволит пользователям связываться друг с другом, делиться интересами в киберспорте, следить за своими интересами и участвовать в дискуссиях в мире киберспорта. По поводу публичной продажи, ребят, она начнется 12 ноября и базовая цена токена является 20 центом. Еще скажу пару слов именно о самом токене Диагон. Он будет выступать в качестве служебного токена и, конечно же, как я и говорил ранее, он построен на блокчейне Ethereum и соответствует стандарту токенов ERC20. Сам же токен имеет 5 видов утилит на 5 платформах. Именно Diarena, Diastream, Diabet, Diaconnect. Сама монета будет внесена в список на бирже и она будет в паре со всеми другими валютами киберспорта, криптоактивами, а также фиатной валютой. Это сделает обмен на любую другую валюту киберспорта с помощью Diagon Coin. В действительности это сильная монета, которая позволит ее владельцам торговать на крипто рынке, обмениваться и использовать другие платформы экосистемы со специальными скидками на комиссию за транзакцию. На этом, друзья, мой обзор подошел к концу. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.